Год назад 17-летняя жительница Ачинска Виктория Голобородько приняла ислам. В детстве она ходила в православную воскресную школу, но со временем поняла, что христианство ей не подходит. Девушка решила надеть хиджаб, чем удивила не только родных. Местным жителям покрытая мусульманка была в диковинку, а Вики начали писать в СМИ, разворачивая под публикациями нешуточные дискуссии. Сама мусульманка своим внешним видом довольна. Нравится, как одеваются мусульманки. Во-первых, это красиво, во-вторых, все закрыто, ничего не видно. В-третьих, тебя может видеть только твой муж, твои дети, и никто больше на тебя не может посмотреть. Виктория замужем, воспитывает 10-месячного сына. Ее супруг Артем – боец СВО, он атеист и пока еще не последовал за религиозным выбором супруги, но очень доволен произошедшими с ней изменениями. Родители девушки православные, но решение дочери поддержали. Мама была удивлена, когда узнала о решении Виктории покрыться. Говорит, мама, я покрылась, да? Я говорю, так, а зачем? Ты же, говорю, девка-то молодая, говорю, есть же что показать. Она говорит, пусть показывают хоть что они, а я нет. Моим телом должен восхищаться только мой муж, а остальные пусть облизываются. Вот так мы были, поговорили. Ну, я как бы ее восприняла. Виктория продолжает изучать религию. Для того, чтобы помолиться в мечети, ей приходится ездить в Красноярск. В будущем она мечтает туда переехать, чтобы чаще бывать в доме Аллаха.